чем нас может порадовать или удивить постмодернизм? Поскольку, как вы понимаете, вот определена дорога развития науки, то есть строительство науки как системы, то вот постмодернизм представляет собой, ну, как бы, искание. Искание. Речь шла о множественности форм рациональности в рамках искусства, архитектуры. Наш мир, наш язык. Таким может быть девиз постмодернизма. Это значит, что культура в целом, как и человеческая деятельность, не постигает сути вещей, а эксплуатирует язык. Задача состоит в том, чтобы прорваться в зазеркалье текстов с целью постижения сокрытого означаемого. Вместо понятия «картина мира», в основе которой лежат принципы системности, соподчиненности, прогресса, появляется образ лабиринта как символ полноты и идеи мира. Здесь нет центра, нет периферии. Дорожки лабиринта подобны сетке. У Делёза это называется ризома. Каждая дорожка имеет возможность пересечься с другой. Пространство культуры, духовных форм деятельности, искусства, философии, религии, наука – это пространство ризом. Потенциально такая культура безгранична. Наше освоение мира лабиринта подобно путешествию по равнозначным возможностям дорожек ризомы. Так идея единства мира завершает себя в плюрализме форм, методов, принципов, направлений его освоения и так далее. Что мы тут можем по этому поводу сказать? Мы можем сказать, что то, что Гегель очень строго сформулировал, что есть разные формы постижения мира, их разграничил. Религиозные, в образах, понятиях. А здесь, так сказать, ну, некое смешение этого. Непонимание того, что по-разному осваивают люди мир, по-разному его постигают. Вот у Гегеля не сказано, это не форма познания мира, а форма его постижения. Не случайно выбрано это слово «постижение мира», потому что оно достаточно общее, оно позволяет объединить и религиозное постижение, так сказать, как в фантастических образах, и искусство познания, постижение в образах, и науку. Но из этого не следует, что вот это вот из этого надо из всего этого хорошего делать некую смесь. Точно так же, как можно во время обеда получить первое отличное, второе, третье, потом взять таз туда, это все собрать, перемешать. Все равно в желудке перемешается. Все продукты полноценные, все отличные, все хорошие. Ну вот, как показывает вот такое движение истории, вот от смешения просто всего и вся вряд ли получается большой выигрыш. Хотя здесь нет такого неоформленного смешения. Здесь как бы действительно лабиринт. То есть как-то выстраивается все-таки какие-то способы, как это все соединять. Поскольку соединять существует сколько способов? А бесконечно много. То есть вместо бесконечного познания истины бесконечное множество соединений разных форм постижения мира. И каждая форма постижения мира, она же, действительно форма постижения мира. Это не то, что является отрицательным чем-то, это позитивное движение. Но вот безграничное их, смешивание и перемешивание, оно может удивлять, оно может вас ставить в тупик. Поскольку, скажем, если вы специалист в истории, а вам еще намешают сюда физику, химию и биологию, а другому подкинут еще геологию и так далее. То есть, и хотя, по идее, конечно, современный человек должен какие-то начатки знать из других наук, мы с этим расстаемся по окончании средней школы, получение среднего образования, и дальше мы все-таки выбираем дорогу. Не потому, что это так уж хорошо, что вам приходится специально чем-то заниматься и
от остального отойти. Потому что иначе не дойдешь до глубины. До глубины не дойдешь. То есть, чтобы человек дошел до глубин сущностных, он должен этому посвятить, ну, не только отдельные, как и свободные вечера, а всю свою жизнь. При этом, а каким же средством, как, с какой же помощью нам вот, соединять все? Вот для этого и нужна философская картина мира. Потому что философия, она изучает всеобщее, и поэтому, хотя мы уже и в школе, но мы не должны заниматься только узким направлением своей профессиональной деятельности. Но мы должны еще и видеть место этой нашей деятельности в общей картине мира. Иначе рассыпается картина мира, и человек не может быть полноценным его участником вот этого всего строительства. Ну вот я хочу обратить ваше внимание на, мне кажется, такое удачное определение управление, которое давал Маркс, в котором подчеркнуты вот такие противоположные моменты. С одной стороны, известная специализация, а с другой стороны, необходимость соединения, объединения в одно целое. Вот Маркс пишет, что всякий непосредственно общественный труд или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, который обеспечивает связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Вот обратите внимание. Значит, всякий непосредственно общественный труд или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое осуществляет связь индивидуальных работ, потому что если они не должным образом не соразмерены, не связаны, то вы не получите результат. Этого мало. И выполняет функции, вытекающие из движения производственного организма в целом. Вот что делает. Александр Сергеевич, я лекцию перезвонил в перерыв. Угу. Профессор Каденов сам читает лекции. Так, вот интересное определение, и в нем один момент – связь работ, связь специальностей, связь профессий, да? Связь всех видов деятельности в обществе, в человеческом, если мы возьмем, так сказать, как бы управление обществом в целом. Но все профессии вносят какой-то вклад в развитие человечества, развитие человеческого общества. Но нужна связь их так или иначе обеспечить. Связь через рынок, связь через план. Разные есть формы, но связь нужна. И второе – это осуществление движения всего организма в целом. Потому что каждый должен понимать, что вот его труд, он вливается в труд моей республики. То есть каждый должен понимать, что вот это движение всего организма в целом, оно зависит от составных элементов, от того, как и кто действует и выполняет свои профессиональные функции в системе разделения труда. И приводит Маркс такой пример, что скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. А что такое дирижер? Дирижер, который, так сказать, достаточно мягко, не резко, но он как раз вот эту связь работы и направленность, и движение оркестра, он обеспечивает. И, как вы понимаете, в зависимости от того, какой дирижер, вы получаете совершенно разные впечатления от исполнения одних и тех же произведений. При всем том, что вот нотная грамота записывает, что зачем идет и в какой длительности, но вы знаете, что темп может быть задаваться больше или меньше. И звучание одного и того же музыкального произведения очень зависит от того, под руководством какого дирижера и каким симфоническим оркестром оно исполняется. Вот, например, вот в качестве некого образцового можно назвать Российский национальный оркестр под руководством Михаила Плетнева, который вот как раз демонстрирует как бы
то, что если вы берете вот ранее слышанную вами музыку, и вы в исполнении этого оркестра под руководством Плетнева, который является еще и пианистом, и музыкантом, дирижером, и является композитором, который так это подает, что вы получаете новое звучание и гораздо более глубокое прочтение, особенно великих произведений. Которые там, вот другие, может быть, до такой глубины не смогли раскрыть при исполнении. Поэтому, вот, может быть, лабиринт, а может быть, ансамбль. А ансамбль имеется в виду целое, да? Ансамбль означает некое целое. Вот. Или это понимание мира как целого, или просто как-то запутанного такого мира, в котором все дорожки пересекаются, и мы не знаем, куда попали. Там и религия, и философия, и эта наука, и та наука. Вроде все нужны, все важны. И вот это вот месиво, то, что мы наблюдаем, ну, скажем, если вы попадете в какой-нибудь район, и вы не знаете, куда вы попали, есть такие районы Ленинграда. Где вы находитесь? Они не имеют своего лица. И наоборот, вот в центре вы такого не найдете. У нас вот этот блистательный Петербург, он, конечно, проникнут этой системой. Я был один день в Париже и сразу обратил внимание на то, что вот действительно Ленинград похож на Париж. Потому что там-то есть тоже прямые и такие широкие магистрали, и такой порядок. Вот. Не просто, что хорошие отдельные красивые здания, а вот эта красота, она общая. Но там старый город, а раз старый, там есть еще всякие извилистые маленькие узкие улочки, которых в Ленинграде почти нет. Ну, по крайней мере, вот в центре. А, ну, в центре могу предложить познакомиться только с улицей Репина. Знаете такую улицу, нет? На Васильевском острове. Она, конечно, извилистая. Да. Она прямая и пересекает сразу, так сказать, идет от среднего и идет аж, так сказать, большой пересекает. Да. И так и выходит к набережной. Садик к Румянцевскому, да. Но это редкость, правильно? Санкт-Петербург. А если вы поедете в Прибалтику, в ту же Ригу, там вы видите там эти узкие улочки. Это характерная для них картина. Ну вот, давайте, значит, с философией других стран закончим и перейдем к русской философии. Русская философия. Хотя вот такое соединение, немецкая философия, русская философия, она находится в некотором, вот такое название находится в некотором противоречии со смыслом философии, правда? Философия – это нечто всеобщее, как она может быть именно русской? И как она может быть именно немецкой? Вот и мы наблюдаем, что то, что было немецкой философией, например, гегелевской философией, она является всеобщей, и в советское время, по крайней мере, она входила в качестве составных частей и источников идеологии, в основу идеологии. Вот в других государствах идеологию составляли какие-то религии, да, на Западе обычно какая-то, христианство там основа, или мусульманство основа государства. А в Советском Союзе основу составлял диалектика в том числе. Ну, диалектика, политэкономия и научный социализм, но вот одним из элементов была диалектика. Есть такая книга Сумина «Гегель и судьба России», где вот этот момент подчеркивается, что по существу вот Советский Союз был единственной страной мира, где в основе не лежала какая-то религиозная концепция, в основе государственной идеологии. Ну, а сейчас у нас есть государственная идеология? Нет. И в этом есть что-то хорошее. Будем надеяться, что вот так, идеология, которая является научной, станет государственной идеологией. Никто не мешает ей развиваться дальше в этом смысле. То есть никакого такого вот удушения тут нет. В том числе, несмотря на то, что у нас вот сейчас время буржуазное, но вот у нас на факультете не только на историческом изучается все. История же все включает, она все изучает, что было.
Не то, что было, потому что то, что было, есть основание современности. И, следовательно, изучать современность, не изучая все, что происходило, нельзя. Ну вот, скажем, вот такой примечательный факт. Меня приглашают заведующий кафедрой, говорит: Михаил Васильевич, вы будете? Нам прислали, что надо изучать Маркс, Энгельс, немецкая идеология, анализ классических текстов. Вы будете изучать? Но при этом он говорит, название курса такое — Маркс, немецкая идеология. Я говорю, такой книги нет. Ну, а какая книга? Ну, есть книга Маркс, Энгельс, немецкая идеология. Но это, говорит, не важно. Так вы будете отказываться или не будете? Нет, я отказываться не буду. И вот я уже четвертый год в этом году читаю этот, не столько читаю, сколько веду, потому что сами изучают, анализируют этот классический текст. Ну, моя задача состоит в том, чтобы этому помогать, чтобы люди понимали, как надо изучать классические тексты, то есть видеть в них там то, что не приходящее, а то, что уже и приходящее. То есть не все в этих текстах, может быть, сейчас воспринято, и не все, так, влияет на современность. Единственное, что вот три года моя борьба за то, чтобы был курс назывался «Маркс, Энгельс, немецкая идеология», все время была проигранной, потому что в расписании написано было «Маркс, немецкая идеология». Более того, в трудовое соглашение меня вписали, что я читаю, веду занятия по курсу «Анализ классических текстов. Маркс, немецкая идеология». И вот меня каждый раз ставили перед такой дилеммой. Или я подписываю, тогда я продолжаю работать тут в университете. Или я не подписываю, потому что если я подписываю, то я как бы демонстрирую, что я даже не знаю, что работа так называется по-другому. Маркс, Энгельс, немецкая идеология. Ну вот в этом году все-таки удалось уломать начальника отдела кадров. Она сделала такой крупный шаг. И уже записано мне, что вот действительно я преподаю Маркс, Энгельс, немецкая идеология. Но курс большой, 56 часов. Столько, сколько наш вот весь курс идет с вами. Вот это 56 часов выделено на изучение этой работы. И надо сказать, что это... Эта работа, причем не для первого, второго курса, а на третьем курсе. Сейчас вот у меня были культурологи, которые изучали, так сказать, немецкую культуру, еврейскую культуру, китайскую культуру. А вот сейчас конфликтологи и религиоведы изучают Маркс, Энгельс, немецкую идеологию. Это очень тоже забавно, интересно. Вот это к вопросу о том, что такое русская философия. То есть русская, наверное, имеется в виду не сказать, сам смысл философии, сколько в том, а какие философские концепции развивали, продвигали и пропагандировали русские философы, которые жили в России. В этом смысле, или русские философы. Вот русские философы – это совершенно однозначно и понятно. А вот она – это русская философия, она тоже так же или идеалистическая, или материалистическая, или она диалектическая, или она метафизическая, или она субъективная, или она объективная, и так далее. То есть поэтому мы не можем, сказать, увидеть просто в философии, которая развивается, какие-то вот просто национальные мотивы. Это можно увидеть только в деятельности того или иного конкретного философа, с учетом его конкретных работ. Вот это такое предисловие, к этому я вынужден сделать. Самостоятельное творчество в области философии начинается в России лишь во второй половине XVIII века. А в XIX веке начинается эпоха ее интенсивного развития. Когда в России стала просыпаться философская мысль, на Западе давно шла напряженная, активная философская жизнь. То есть в этом смысле Россия в плане развития философии отставала и очень сильно. Особенностью русской философии было совмещение ученичества и свободного собственного творчества. Наличие на Западе богатой и творческой жизни имело как положительное, так и отрицательное значение для России. Какое положительное, значит, было что почерпнуть, а какое отрицательное, дескать, не надо самостоятельного творчества, черпайте, так сказать, бери. Пережевывайте, излагайте, и, собственно, ничего не надо делать. С одной стороны, приобщаясь к философии Запада, русские люди как бы сокращали для себя путь вхождения
сложную философскую проблематику. С другой стороны, собственное творчество было этим же и стеснено. Как вы будете творить, когда уже и по этим вопросам сказано, и по этим вопросам сказано, и по этим. То есть, понятное дело, что творчество начинается тогда, когда вы изучили предшествующие течения, так сказать, и предшествующие достижения. И тогда вы можете начать делать что-то новое. Иначе вы просто попадаете, ну, в плен к тем или иным концепциям, которые тоже существовали на Западе. И ничего такого собственного русского тогда в этом нет, собственно такого необыкновенного. Потому что если русские философы развивают какие-то концепции, которые и раньше были на Западе, тут нет ничего такого великого и, так сказать, особо важного. Это приходится делать такой вывод. Целые поколения России попадали в плен к Западу. Мощь ее собственного гения впервые проявилась в сфере литературы. Это Державин, Жуковский, Пушкин. Конечно, вот начиная с этих вот имен, этих фигур, можно говорить о русском гении, о том, что вот русская мысль она начала развиваться. Но вот с учетом того, что есть разные формы постижения мира, да? Литературная. Творчество – это постижение в образах, я еще не в понятиях. Хотя и слова, или, как вы говорите, термины применяются. Уж не без слов литература, правда? Там все слова, слова, слова. Но задача вот этих применения этих слов не в том, чтобы непременно отразить истину, а в том, чтобы передать чувства. И поэтому мы даже различаем истинную позицию, там, политическую или философскую позицию художника, писателя в данном случае, и что он написал. Вот, скажем, поэтому Ленин, когда анализировал творчество Толстого, он говорит, что это вот матерый человечище, до него не было, так сказать, мужика, так сказать, в литературе. То есть это глыба. А с другой стороны, он говорит, что это, если взять его философскую позицию, она не зеркало русской революции, если взять само творчество Толстого, зеркало русской революции. Вот он отразил движение России к революции. А если вы возьмете позицию Толстого, это позиция помещика и родствующего во Христе. Так ее оценил Ленин. Хотя в его вот всяких заметках философских у Толстого есть интересная идея о том, что пока одни стоят, так сказать, у вас за спиной и подают вам еду, а вы ее так употребляете, то никакого справедливости в жизни не будет. Когда одни только вам подают, а другие только сами потребляют, не трудясь. Так, русская философия, можно так сказать, не теоцентрична. То есть нельзя сказать, что вот в центре ее стоит Бог или религия. Хотя в значительной части глубоко и существенно религиозно. То есть есть философы, которые весьма за свою религиозность проявляют в своих творениях. Она не космоцентрична. То есть не вопросы, так сказать, развития устройства мира, природы не стоят в центре. Хотя вопросы натуры философии очень рано стали привлекать внимание. Она, русская литература, философская, антропоцентрична, то есть человек. Она обращена к человеку, изучает человека. Хотя на самом деле, как мы понимаем, если человек не может быть взят в отрыве от природы, от других людей, от мира. И поэтому, когда вдруг убирают этого человека, говорят, вот мы, у нас антропология, мы изучаем человека, можно подумать, что философия изучает не человека, а рыбу. А что изучает философия? Философия в целом изучает, конечно, и человека, но человека не оторванного от мира, а человека в этом мире. И мир с человеком как высшей формой существования материи. Больше всего русская философия занята темой о человеке, его судьбе. Всюду доминирует моральная установка.
Ну, как вы понимаете, решить вопрос о судьбе человека, беря только отдельного человека, невозможно. Русская мысль сплошь исторична. Она обращена к вопросам истории. И вот такого рода концепции XVI века перекликаются с утопиями уже XIX века. Вот этапы развития русской философии. Первый этап – это религиозно-философские представления русского средневековья. Русское средневековье продлилось почти 8 столетий, от призвания варягов в 862 году до избрания на царство династии Романовых в 1613 году. Общей духовной основой русского феодализма явилось восточное христианство, православие. Иоанн Дамаскин, Владимир Мономах, Нестор Летописец. Вот те фигуры, которые можно здесь выделить. Затем идет философия просвещения. Этот период длится от середины XVII века до первой и третьей XIX века. Это время европеизации России. Секуляризация, то есть освобождение от религиозности чрезмерной, охватывает все стороны духовной жизни. Пробудился интерес к науке и философии. Россия обратила взор на Запад. Философия пронизана наукоцентризмом. Появляются Петербургские и Московские университеты, Курбский, Феофан Прокопович, Татищев. Позднее просветительство представляет Теплов, Аничков, Козельский. Затем идут идейно-философские течения XIX – начала XX века. На сцену истории в XIX – начале XX века вышло поколение дворянских революционеров – декабристы. Затем разночинцы – Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Писарев. Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Писарев. Лидеры славянофильства выступили – Хомяков, Киреевский, Самарин. Славянофильство вступает в дискуссию с западничеством. Народничество – Ткачев, Лавров, Бакунин. Вот была у нас улица Петра Лаврова, как называется теперь? Фурштадтская. С одной стороны, вроде как история восторжествовала, называется, как первоначально называлась. С другой стороны, скажем, Петр Лавров был увековечен, а нет его теперь. Русский марксизм. Плеханов и Ленин. Отдельно стоит Соловьев. Четвертый этап развития русской философии в послереволюционный период. Вот, если брать фигуры, которые обозначают западничество и славянофильство, то вот лидеры славянофильства – это Хомяков, Киреевский, Самарин, а народничество – Ткачев, Лавров, Бакунин. Продолжается философское осмысление российского исторического опыта XX века, философия русского зарубежья. Космизм – это Федоров, Циолковский, Вернадский. Ленинизм и
Сталинизм – это тоже некоторые течения, которые могут идти по разделу русской философии. Вот такую краткую справку я вам дал по этому вопросу. Перейдем теперь к философской онтологии. Философская онтология. Что такое онтология? Кто-нибудь знает? Да. Да, наука о бытии. Совершенно верно. Ну вот. Бытие как проблема философии. Есть монистические и плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие и специфика человеческого бытия. Значит, онтология – это учение о бытии как о таковом. То есть ее как отдельно его выделяет. Не в связи со всем остальным, а отдельно и специально берут как предмет именно бытие как таковое. Со времен античности философия различает бытие и сущее. Что такое сущее? Хотя его и различают, и отличают от бытия. Это тоже бытие, но непосредственное. То, что непосредственно перед вами, это сущее. А то, что есть, но не непосредственное, это тоже бытие, но не являющееся сущим. Хлеб насущный – это не тот хлеб, который в закромах, в виде зерна, из которого нужно еще сделать муку, из муки нужно испечь хлеб, а это тот хлеб, который сразу непосредственно употребляется. Вот хлеб насущный. А если он есть в магазине, у вас его нет, он не насущный у вас. Насущные потребности – это те, которые надо удовлетворять вот сейчас. Здесь и сейчас, а не когда-то потом. А бытие – это чистое. Чистое есть как причина самого себя, самодостаточное, ни к чему не сводимое, ни с чего не выводимое. Само слово «бытие» введено Парменидом. Согласно его учению, бытие не возникает, не исчезает, оно существует всегда, иначе оно не было бы бытием, а зависело бы от чего-то, что дало возможность ему возникнуть. Оно неделимо, неподвижно и закончено. Бытие у Парменида умопостигаемо. Парменид даже такой вот выражение употреблял. Есть только бытие, а не бытия вовсе нет. Гегель как раз тут бы, вот, имея в виду его диалектичность и его, так сказать, такой проницательный диалектический ум, сразу бы указал, что если Парменид сказал, что небытия вовсе нет, то это небытие есть уже в произведениях Парменида. Потому что если Парменид сказал, что небытия нет, то мы слово «небытие» у Парменида найдем. То есть оно есть, например, у Парменида. Потому что когда говорят «небытие», тоже не говорят, где оно есть, в каком смысле есть. Есть и все. Так вот, есть небытие? Есть. Точно так же, как можно сказать о Боге. Бог есть? У нас в разговоре, вы слышали, сейчас вот я произнес, значит, есть. Есть как слово. Есть как историко-культурная реальность, правильно? Есть в головах верующих. То есть, когда мы говорим только о том, что есть, то мы еще не говорим о том, что существует. Существует, это значит, с основанием и в определенных обстоятельствах, то есть в условиях и так далее. А тут речь идет, есть или нет. Ну, так так можно все о чем угодно сказать, что оно есть. Но величие Парменида в том, что он выделил эту категорию, и потом она стала действительно фундаментом, в том числе и диалектики у Гегеля. С чего начинается диалектика Гегеля? С бытия. Но только Гегель пошел еще назад от Парменида. Не вперед сначала, а назад. То есть он очистил это бытие и сказал, а то бытие, с которого мы начинаем, это то, о котором еще ничего не сказано. Раз ничего не сказано, это чистое бытие. И о том, о чем мы еще ничего не знаем. Поэтому не просто это бытие, а чистое бытие. И поэтому первая категория, с которой начинает Гегель свою
диалектическую систему в науке логики – это чистое бытие. В начале, именно потому что это начало, еще ничего вы не успели сказать об этом бытии, оно только чистое. И может рассматриваться только как чистое. А вот тогда, когда оно уже совершает свое движение, но в отличие от того, что думал Парменид, у Гегеля она очень быстро совершает свое движение, потому что Гегель анализирует понятие чистого бытия. Это какое бытие, про которое можем сказать только то, что оно есть, и все. То есть мы начинаем его обдумывать, и при обдумывании приходим к выводу, что о нем больше нечего сказать, кроме того, что оно есть. То есть обдумывание чистого бытия приводит нас к мысли о ничто. И вот это движение мысли Гегель фиксирует. И говорит, совершается переход в мышлении чистого бытия, чистое ничто. И в противоположность Пармениду, который говорил, что нету никакого ничто, нет никакого небытия. Но раз мы совершили переход в мышлении чистого бытия в чистое ничто, оно же есть. А раз оно есть, оно уже не чистое ничто, а бытие, раз оно есть. Какое? Ну, уже не чистое, потому что чистое было в начале, а здесь уже два логических перехода. И вот посмотрите, то есть вот то, что писал Парменид, и то, что писал Гегель, разделяет исторический путь развития человечества, в том числе и философские мысли, протяженностью 2000 лет. От того, что есть только бытие и больше другого нет, Гегель пришел к тому, что вначале есть только бытие. Да, еще другого нет. А раз нет, то состоялся переход, другого нет. Еще нет, другое есть только чистое бытие. Значит, вот к этому нет и состоялся переход. И это уже не догадки Гераклита, что нельзя два раза войти в одну и ту же реку, и другое, что два раза и можно войти только в одну и ту же реку. Потому что два раза вы, если войдете один раз в одну реку, другой раз в другую, то как можно говорить два раза? Только в одну и ту же реку можно войти два раза. Правильно? Логично? Вот это обычно цитируют, когда искажают вообще то, что говорил Гераклит. Если вот брать, что в одну и ту же реку нельзя войти два раза, это только одно положение, а второе – только в одну и ту же реку можно войти два раза. А вы сначала вошли вот в него, еще в Охту. И так вы ни в одну реку не вошли два раза, вы в разные реки входили по одному разу. Поэтому на самом деле здесь пытаются люди, которые собираются говорить о диалектике, уйти от, собственно говоря, главной особенности, что она содержит все противоположные утверждения. С одной стороны, река, в которую мы входим, уже не такая, потому что изменилось русло, изменилась вода, которая течет, она уже, та вода ушла. А с другой стороны, как бы не изменялось русло и как бы не текла вода, Нева остается Невой, а Волга остается Волгой, правильно? И мы только... Поэтому мы можем войти два раза в одну и ту же реку. И можно и первое доказать, что мы не можем войти. И второе тоже имеет смысл. Вторым мыслителем, поставившим вопрос о бытии, как такой специальный вопрос, был Сократ. Сократ открыл реальность, которая не является ни природой, ни человеком. Это третья реальность. И она соответствует тому, что называется бытием. В средние века постоянным был вопрос – отождествлять ли Бога с бытием или поставить его выше бытия? Вот вопрос. С одной стороны, вроде вопрос о Боге такой важный для Средневековья, но как быть с этим бытием? Ну, вот такое было определение доказательства бытия Божьего, что Бог – совокупность всех реальностей, а значит, существование – это одна из реальностей, тогда Бог существует. Вот Гегель это раскритиковал.
Как он это раскритиковал? Он показал сначала, что всякая реальность есть отрицание. Реальность – это какая-то определенность. Я могу про вас сказать двояко. Вот вы умный человек, так? А могу сказать, что вы не дурак. Вы что предпочитаете? Как тогда? Вам все равно. А мне это сложно. Почему? Потому что если я вот говорю, что вы умный, я сказал, и все. И никаких проблем, и никаких хлопот. А если я хочу объяснить, что он, вы не дурак, я то что должен делать? Сейчас открыть дверь, пойти искать дурака. У вас не нашел. На историческом пойду к себе. Найду, приведу, сюда поставлю, скажу, вот он не такой. Что такое не дурак? Это отрицание. То есть всякая определенность может быть выражена и как положительное, и как некое отрицание. И как реальность, и как отрицание. Например, вот можно сказать высокий человек, да? Высокий юноша. Можно сказать, что не низкий. Вам как надо вас? Положительно выразить или через отрицание? То есть низкого показать, сказать, вот он не такой. Вам как вот лучше сказать, что вы красивая или не дурна? Выбирайте. Ну, то есть первый будет, ну, ясно, что красивая и не дурна, правильно? Ну, наверное, вы предпочтете положительное высказывание, а не отрицание. Хотя одно и то же качество здесь обозначается, одно и то же. Красота. Ну вот, исходя из этого, Гегель говорит, ну раз вы берете Бога как совокупность всех реальностей, значит, он совокупность всех отрицаний. И дальше Гегель дипломатично ставит точку и переходит, поскольку господствующая идеология была в Германии, когда Гегель был профессором Берлинского университета, как вы понимаете, христианская религия. Ну и а кто такой вот совокупность всех отрицаний? Это кто? Скажите, пожалуйста, отгадайте загадку, которую Гегель оставил и пошел дальше, не доводя до последнего вывода. Бог, получается, если вот считать, что он совокупность всех реальностей, он совокупность всех отрицаний. А совокупность всех отрицаний – это кто? Не знаете? И вы не знаете совокупность всех отрицаний – кто? И вы не знаете. Сказать? Дьявол! Ну так? А как вы понимаете дьявола? Ну, это что-то вы хорошее сделали, значит, с Божьей помощью. Если какую-то чепуху сделали, ну, черт попутал, там, надо оправдаться, сказать. Вы скажете, а что вот вы такое делаете? Черт попутал, и все, и вас уже не трогайте, да? Вы опять не виноваты. А с Божьей помощью вы хорошее делали, Бог вам помогал. Вы не один, вам не скучно. Открытие сделал ученый, ничего общего с религией не имеющий, говорит, а как вам это удалось? Да с Божьей помощью. Тем более Бог не выдаст, свинья не съест, как говорит народная мудрость. Ну вот эти вопросы, они стояли, их надо было как-то разрешать. Вот такие вопросы, которые иногда занимали голову людей, никак не могли люди их разрешить. Вот Гегель такие очень многие вопросы разрешил, очень крупные. Например, вот мы уже говорили о философии Канта. У Канта самое знаменитое было такое открытие его, как он считал, выдающаяся эта вещь в себе. И этот моду породило такую. Все рассуждали о вещи в себе, что это вот вещь в себе, нельзя понять, она в себе, нельзя познать. Вещь в себе, познавать можно только вот поверхность, а вот саму-то глубину познать нельзя, потому что всякая вещь – это вещь в себе. А что с этим проделал Гегель? Он, значит, это обрисовал, то, что Кант говорил, изложил очень аккуратно, в чем точка зрения состоит. И сказал, ну мы же прекрасно знаем, что такое вещь в себе. Это пустая, неживая абстракция. То есть это вещь, о которой ничего нельзя знать, ничего нельзя там понимать, никуда там углубляться. То есть это пустая, неживая абстракция. А на самом деле можно познавать любую вещь и углубляться в сущность. И продемонстрировал это своей книгой, которая сразу за учением о бытии идет вторая книга объективной логики. Учение о сущности.
Поэтому не просто он через отрицание сделал, дескать, раз раскритиковать просто Канта. Он показал, что на фоне того, что вот мы идем за внешней поверхностью, ищем более глубокое, и человек может познавать эту сущность. А те, кто не могут, говорят, что нельзя познать, как они называются в философии? Агностики. Агностики, да. Агностики, агностицизм. И вот после этого эта мода сразу пропала с вещи в себе. И мы можем употребить это понятие именно в том смысле, что мы углубляемся, хотим разобраться в вещи в себе, то есть хотим углубиться. Уже в гегелевском смысле проникнуть в сущность, познать глубже. Вот как обстоит это дело. В новое время гносеология вытеснила онтологию. Ну, начиная с Иммануила Канта, вопрос о бытии – это необходимая составляющая всякой философии. Всякая философия должна как-то трактовать бытие. Я уже говорил, что очень часто путают или перепутывают две категории – бытие и существование. Вот тот, кто изучал науку логики, Гегель, он никак их не перепутает, потому что бытие – это первая категория, с которой начинают. Это категория учения о бытии. Можно сказать, что вот учение о бытии – это онтология, первая книга. Но что, разве с этим заканчивается, а потом бытие в диалектике Гегеля? Нет, там потом идет существование, учение о сущности. Это восстановлено через сущность бытия. То есть бытие, которое берется с основанием и с условиями, в которых оно только и существует, то есть только есть оно только с этими условиями. Во-вторых, это явление, но такое бытие, у которого есть закон. У каждого явления есть закон. А закон что такое? Это спокойное в явлении. Вот у вас что-то там, всякое беспокойство, ходите на занятия, приходите, уходите, записываете, отвечаете, сдаете экзамены. А спокойное в явлении то, что вы формируете из себя, хотел сказать специалиста, но уже отрезали это, бакалавра. Да? Вы являетесь бакалаврами в становлении, и идет это становление. А это спокойное, это независимо от всех этих форм, или зависимо, но не в решающей степени. По поводу этого есть даже такая притча, как идет путник, встречает человека, который обтесывает камень, спрашивает, что делаешь? Обтесываю камень. Идет дальше этот путник, встречает человека, который обтесывает камень. Что делаешь? Тот говорит, строю дворец. Так, товарищи музеологи, вы что делаете? Камни обтесываете? Или строите у себя, так сказать, в голове стройное здание, стройный дворец? Музеологии, да? И строите из себя музеолога. Хотя это как-то так ехидно получается. Да, вы что строите из себя музеолога? Да, вот я строю из себя музеолога. Должны отвечать уже не ехидно, на ехидные вопросы, правильно? А вы что делаете? Вот мы строим из себя музеолога. На самом деле, в чем состоит обучение на этом отделении, правильно? По этому направлению. Так, основные формы бытия какие? Бытие природы, бытие общества и бытие человека. Ну, наверное, вот человека так вот не оторвешь от общества, скажем, бытие индивида. Человека в обществе, правда? В онтологии ставится и решается следующий вопрос. Обладает ли мир в своем бытии единством и что является основой этого единства? Вот, например, Энгельс на него ответил очень просто. Единство мира в его материальности. И все. Все есть материя. Это единство мира. А дальше вопрос только идет вам, какая материя? Это или планеты, или атомы, это молекулы, или это какие-то частицы, бозоны, фермионы, или это общество.
высшая форма существования материи, человек, обладающий сознанием. Но все это материя. И это все едино. Является ли мир в своем бытии неизменным, или он постоянно изменяется и развивается? Ну вот, современная философия, тем более диалектическая, конечно, стоит на позициях движения мира от низшего к высшему, от простого к сложному. И это и есть понятие развития. Причем развитие идет через борьбу противоположных тенденций. Нет такого развития, в котором бы присутствовала только тенденция к переходу в более сложное состояние. Но есть и противоположные. Разложение сложное на простые. Есть тенденция прогресса, а есть тенденция регресса. Прогресс – это такое направление в развитии, которое соответствует направлению развития, движение низшего к высшему, простого к сложному. Регресс – это противоположная тенденция, она тоже есть. Вот вы сейчас развиваетесь, становитесь бакалаврами, а я умираю. Я про вас просто не хочу говорить ничего такого. Но хотя вы понимаете, что противоположная тенденция затрагивает не только преподавателей и студентов, причем в любом возрасте. Ибо человек смертен. А бессмертен он в чем? Человек, можно сказать, что он бессмертен? В своих делах и творениях. Вы сделаете что-нибудь хорошее, и вы себя обессмертите. Вот у вас задача, товарищи музеологи. И вас вечно будут сохранять, как вы вот в музеях сохраняете историко-культурную ценность. Станьте историко-культурной ценностью, и вас тоже будут хранить, воспевать, и будете вы жить вечно. И бренна будет только ваша плоть, а вы будете жить вечно, и бесконечно благодарна будет вам человечество. Так что не все потеряно. И вот люди мечтали, как увековечить там, то ли в рай отправить, как-то там все скучно. А тут вот своими делами вы прославитесь. Хотя вот старуха Шапокляк говорит обратное. С хорошими делами прославиться нельзя. Но это шутка. Только и можно прославиться хорошими делами. Хотя можно прославиться и дурными делами, но это, говорят, дурная слава. Правда? Так. Упорядочен ли мир в своем развитии и изменении? Подчиняется ли он каким-нибудь законам, или он изменяется и развивается совершенно произвольным образом? Вот вопрос, на который должна ответить онтология. Но, опираясь на данные современной науки, конечно, можно сказать, что, конечно, безусловно, современный мир подчиняется законам. Причем к настоящему времени открыты не только законы развития природы, но и законы развития общества. Ну вот, к примеру, я вас спрошу, а что является основным экономическим законом капитализма? Кто может сказать? Мы сейчас где живем? В каком обществе? В капитализме. Я же вас не спрашиваю про какое-нибудь другое общество. Вы давайте мне про то общество, в котором мы живем. Логично спросить, сказать, как вы не знаете? Вы молодые люди, образованные. В хорошем таком здании занимаетесь. Здание отремонтировано. Что у нас основной закон? Средства производства в частные руки. Чего? Средства производства в частные руки. Это закон? Экономический? Да. Нет. А где тут движение-то? Ну, они и так в частных руках. Чего вы волнуетесь? Все хорошо. Вы не беспокойтесь. У вас не досталось вам средств производства? Идите работайте. Продавайте свою рабочую силу. И не мудрствуйте лукаво. Вообще, лучше бы вы и не занимались тут никакой историей. Ну, ладно уж, немножко позанимайтесь там. Подрезали вам год, может быть, еще подрежут потом. Чтоб слишком много не знали. Так что основной закон капитализма какой? А из чего развился капитализм, не можете сказать? Из чего он развился? Вот, чтобы понять какой-то закон, надо знать, из чего это все пошло. Кто скажет, в чем первоначало капитализма? А? Капитализма. Из феодализма развился.
Ну, это он не из феодализма, а он, можно сказать, это не первоначало, это то, какой строй предшествовал этому. Он разрушился, этот феодализм. Чего? Разрушение феодализма является началом капитализма. Или капитализм стал развиваться, и тогда разрушился феодализм. Это среда, в которой развивался капитализм. Вы посадили зерно в горшок от цветов, и из этого зерна вдруг пошел росток. И что вы скажете, он, вот этот росток развился из горшка. Нет, он развился из зерна. Что является зерном, из которого развился капитализм? Можно так поставить вопрос? Прибавочная стоимость. А прибавочная стоимость – это стоимость? Это так называется. А? Это так называется. Я спрашиваю, прибавочная стоимость – это стоимость? Часть стоимости. Стоимость. Нельзя сказать, что он из стоимости развился? Нет, это стоимость. Ну, надо простое брать, а вы сразу такое сложное, мне уже стало трудно. Прибавочная стоимость надо. А стоимость не? А стоимость – это стоимость чего? Всегда была стоимость или она не всегда была? Это историческое понятие стоимости или она вечная? Товарищи историки, мы исторически будем подходить к категориям или будем о вечном и неизменном устройстве мира общественного? Ну, не проходит, конечно, вечное и неизменное, сколько уже формаций разных было, да? И тут уже разговор был о феодализме, он же не на стоимости построен, феодализм. Он очень просто построен. Я буду барин, а вы пойдете ко мне работать на барщине. Так? Очень просто и понятно. Это личная зависимость. Плохо будете работать, у нас есть такая услуга. Насенную. Телесное наказание разрешены при феодализме. Ну, да вы представьте себе. Это не то, что вот сейчас, ну вот будет экзамен, я поставлю вам 4, а не 5. Нет, на конюшню, и это совсем другое было дело. Так что, я жду как основной закон. Так вот это вот на самом деле получается, что, казалось бы, много-то ведь не надо знать про капитализм. Давайте хоть основной закон узнаем. Основной. Вот основной закон капитализма, как об этом писал Маркс, собственно, это и доказал. И Энгельс сформулировал очень четко основной закон капитализма – закон стоимости. Вот вы ближе всех подошли. Закон стоимости. Основной закон капитализма. А смысл его в чем? А в том, что вот развивается капитализм из товара. Как только появляется товар, вот он становится той клеточкой, из которой развивается капитализм. И осталось дело в шляпе, то есть узнать, что такое товар. Кто-нибудь знает, что такое товар? То есть термин-то вы как раз слышали, вот вы о терминах говорите, а я не о терминах, а определение товара. Это можете дать? Термин-то вы знаете, товар, товар, конечно, товар, кругом товары, промтовары, товары для животных. А я думал, что да, это не для животных, а для тех людей, которые держат животных. Я бы так написал. Вообще-то не для животных они. И ни животные не приходится ни собаке, ни кошке покупать эти товары. Обычно приходят их владельцы. Ну, а товары называются для животных. Вот интересно. Так что такое товар? Вот что по этому поводу говорит философия? Вот она вас сейчас будет оправдывать, философия. И сказать, вот вы не отвечаете, вас спросили. На занятиях вы не можете сказать, что говорит Гегель. Гегель говорит, что известное еще не есть от того познанное. Вот термин вам этот известен, слово вам это знакомо. И оно знакомо вам столь давно, что с тех времен, когда вы не задумывались, а начали это слово употреблять. И с того времени так и не задумывались над ним. Потому что кто будет задумываться над тем, говорит Гегель, что и так уже хорошо известно, давно известно. То есть такая вот задача задумываться над тем, что известно, и не приходит в голову. Это как раз самая тяжелая проблема большая, это вот с такими вещами, которые известны. Потому что и кто это будет обдумывать известны. Вот. На самом деле товар определяется очень просто, потому что если оно известно, ну вот, а есть научное понимание, которое дано в «Капитале» Маркса.
Товар – это продукт, производимый для обмена. Вот как только такие продукты стали производиться для обмена, а пока вы были просто крепостными и приносили, и работали у меня на барщине, тут где тут обмен? Никакого обмена нет. Вот все продукты с самого начала мои, правильно, которые вы будете создавать. А те продукты, которые у вас в вашем хозяйстве, после барщины вы там будете заниматься, стараясь думать, как вы там будете выживать своей семьей, правильно? Крепостные крестьяне пусть сами себя снабжают, сами все обеспечивают. Главное, чтобы они не умерли, потому что если они умрут, я уже не помещик. Поэтому в голодный год я вам помогу. Открою амбары, дам вам хлеб, а потом в двойном размере мне урожайный год принесете. То есть вот товар. И вот товар, это, товар развивается во что? Сначала в деньги. Это товар особого рода. Потом в капитал. А капитал – это самовозрастающая стоимость. Как она может сама возрастать? По виду самовозрастающая стоимость, а возрастать она может благодаря тому, что рабочие создают прибавочную стоимость, о чем вы тоже уже говорили. Прямо вот вы уже точки все расставили, мне оказалось-то ерунду, так сказать, так вот линию только провести на развитие, и все. То есть вы мне уже как бы наметку дали, и я уже додумался сам дальше уже. Поэтому посадите вы товар, получите капитал. Точно так же, когда при социализме посадили товар и сказали, движение на рынок осуществляется, рассыпался Советский Союз, разрушили. Потому что уже это стремление к тому, чтобы получить больше за проданный товар, привело к тому, что стали тенденции к разъединению преобладать над тенденцией к соединению. Основным экономическим законом капитализма является поэтому закон стоимости. Будет стоимость, тогда будет, она доразовьется до прибавочной стоимости. Не обязательно. Посадите товар, вырастет капитал. И поэтому никакие прибавления, типа, это же товар социалистический, то у нас стоимость-то социалистическая. От того, что вы, значит, слово социалистическое прибавляете, никакого содержания нового оно не получает. Вот, то есть вопрос о законах очень существенен. То есть вот есть законы. И вот уже мысль онтологическая этот вопрос рассматривала. Подчиняется он каким-либо законам, или он изменяется и развивается совершенно произвольным образом. А вот Гегель не только решил эту проблему о законах, он вообще сказал, что все, всякое явление имеет свой закон. То есть эту проблему он разрешил однозначно. И для онтолога в том числе. Причем законом он называет спокойное в явлении. Очень просто. И таких более простых, и более четких, и чеканных определений вы не найдете нигде. Обладает ли мир в целом и в своих отдельных частях системной организацией или существует как простой конгломерат различных элементов? Вот это тоже проблема, которая, значит, рассматривается онтологами. В зависимости от их решения философские концепции разделяются на материализм, идеализм, монизм. Монизм от слова «моно» – один. Да? Один какой-то тезис, один постулат положен в основу. Плюрализм. О плюрализме скажу. Плюрал – что это означает? Множество. Много, множество, да? Вот думаете, какая современная форма борьбы с истиной? Ну, смотрите. Давайте, говорит, у нас плюрализм будет мнений. Берем истинную позицию и рассматриваем ее как одно из мнений. И много-много разных других. И всем даем, сколько есть мнений, всем даем одинаковую возможность для высказывания. Для демонстрации на радио, на телевидении и так далее. А поскольку этих мнений бесконечно много, то это ваша истина, как единственная позиция, которая соответствует, так сказать, объекту, она теряется в море ложных. То есть не так поступают, что говорят, вот у вас есть истина. Мы говорим, мы не отвергаем вашу истину, а еще вот ее есть истина, еще и ее, и его, и ее, и моя, и его, и так далее. И вы тут где-то заупакованы в целом месиве ложных всяких конструкций и концепций. Вот забросать действительное золото какой-нибудь барахлом каким-нибудь, засыпать, в этом состоит миссия плюрализма.
вместо истины плюрализм мнений. Ну вот, например, если приводить свежий пример из нашей жизни, «Эхо Москвы» вы иногда слушаете, но «Эхо Москвы» очень любят давать особое мнение. Или даже совершенно особое мнение, хотя вот такое прибавление, оно безграмотное. Не бывает совершенно особого, потому что особое мнение, если оно особое, ну, никаким словом совершенства вы ничего не добавите. Особое мнение. Так вам мнение нужно особое или знание? Вам вот сказать, сколько будет 2×2=4, или вам мнение нужно? Знаете, какое у меня мнение насчет 2×2? 3. Вам нравится мое мнение? Если вам не нравится 2×2=3, тогда 2×2=7. Еще если 2×2=14. Сколько я таких могу мнений высказывать? Сколько угодно. Вот до Луны сколько вы будете? Знаете, сколько километров? У меня мнение, что 50. Я даже собираюсь пойти туда. Но вот как-то все, не выберу время, потому что 50 километров, ну, 2 дня мне надо идти. За один день не дойти, 2 буду идти. То есть, если я беру мнение, то я тем самым фактически отказываюсь от знания. Или топлю это знание. Или вот на том же самом «Эхо Москвы» говорят, передача есть «Дилетанты». Вот вы здесь собравшиеся товарищи, музеологи, вы дилетанты? Как вы примете такое название для себя? Кто такие дилетанты? Кто такие? Непрофессионалы. А? Не только непрофессионалы. Да, это правильно то, что вы сказали. Ну а так более резко, это ни в чем не разбирающиеся люди, это дилетанты. Ну не разбираются они в этом вопросе. Ну вот вы музеологи, а тут придут дилетанты и начнут вас учить. Да что вы тут знаете, музеологи? Мы вам расскажем, что такое музей, что такое культурные ценности, как их сохранять. Только собрать надо тех, которые к этому делу не имеют никакого отношения. И их собрать, их нужно, у вас здесь сидит 5 человек, а собрать 50 человек, и пусть все галдят. И они будут галдеть, и то, что вы будете говорить, потонет. А причем они кричать будут громче, потому что громче обычно кричат люди не серьезные, а пустые. Потому что, как известно, пустое ведро очень звучит громко. То есть это не только вот выставляется, но это как бы некая мода, дилетантизм. То есть когда собираются люди порассуждать о том, в чем они ничего не понимают, и это, так сказать, устанавливается как некая общественная норма. Есть журнал «Дилетант». Что это за журнал? Есть журнал «Наука и жизнь», как дание науки применять в жизнь. А есть журнал «Дилетант», который то же самое «Эхо Москвы» культивирует. И что тогда мы можем? С чему можно научиться? Вот я читаю журнал «Дилетант». Это, если я там все прочитаю внимательно, что у меня будет? Я гарантирован от того, что меня не заведут. Вот хочется в другой науке получить какое-то твердое знание, которое я без доказательства возьму, правильно? Как данные науки. Ну, так мне нужно какое-то свидетельство, что это действительно научное знание. А мне говорят, это дилетантское знание. А зачем тогда его изучать? То есть можете не изучать тогда? А тогда действительно можно и не изучать. А можете изучать. То есть собирайтесь и высказывайте, что вам взбредет на ум. Это и будет вот дилетантское чтение. А чтение, потому что то, что взбредет, сначала мы возьмем то, что написано теми, кто руководствуется тем, что взбредет на ум, а потом это будет зачитываться еще и обсуждаться. Хотя, как вы понимаете, среди этих вот, если берете само содержание, допустим, передачи, там много правильно говорится, интересно. Но это правильно без претензий на истину, и поэтому никак вы не можете понять, вам истину подают или она уже с таким гарниром лжи. И сколько подлито туда лжи, а сколько там правды. И какое там соотношение, и как их разделить. Одно дело, вы читаете научный труд, там особенно гениальный. Гениальный – это то, что продвигает человечество вперед. А можно написать труд, который не продвигает человеческого вперед, а вот толкает его назад. Так, детерминизм. Вопрос, то есть определены же наши действия, как есть какие-то причины для наших человеческих действий, для явлений, или нет этих причин, а нет причин, это называется индетерминизм и так далее. Вот
Онтология изучает, в том числе и обсуждает, и обдумывает пространственно-временные характеристики бытия. Проблему жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. Понятие «материя» прошло несколько этапов в своем развитии. Первый этап. И этап наглядно чувственное ее представление. Вот мы представляем, вот и хватит этого. И у нас есть представление о том, что такое материя. Второй этап. Этап вещественно-субстратного представления. Материя отождествляется с веществом, атомами. Вот так и у, кстати, так и у Гегеля. Есть субстрат, вот, очищенный от определенностей, от рефлексий, и он тогда берется как субстрат, то, из чего состоит все. И третий этап – формирование философско-гносеологического представления о материи. То единое, что есть. А у Ленина, ну, дальше об этом говорится, что она объективная реальность, которая отражается человеком в его ощущениях, чувствах, мыслях, в процессе познавательной деятельности, существуя независимо от них. Но, как вы понимаете, если материя – это первичная такая категория, ее про нее много наговорить нельзя, в том числе, скажем, вот то, что написал Ленин в книге «Материализм и перекритицизм», это объективная реальность, данная нам в ощущениях, которые фотографируют, отображают эту самую материю и так далее. То есть для того, чтобы определить, что такое материя, я должен знать, кто такие мы, потому что данные нам. Раз. Должен знать, что такое реальность. Я думаю, что вы не скажете, что такое реальность. Потому что реальность – это категория, которая позже идет бытия. Хотя мы сегодня уже говорили о реальности отрицания, да? Данные нам в ощущениях. То есть вот без нас материи нету. Раз она данная нам. Кто такие мы? Вот. То есть, вот тут такая есть ошибка, часто встречающаяся у тех, кто не очень понимает, не очень отличает суждение от определения. Например, роза есть растение. Это определение розы? Нет, правда? Потому что крапива есть растение, дуб есть растение. Сосна есть растение, гриб есть растение, бесхлорофилловое растение, которое не создает белков, а только перерабатывает уже те белки, которые уже есть, древесные. То есть нельзя всякое суждение принимать за определение. Иногда выхватывают из какого-нибудь текста суждение и говорят, вот определение, вот он сказал, что такое материя. Допустим, коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. Это определение коммунизма. Но это суждение правильное. И действительно Ленин его высказывал. Но определение коммунизма другое. Коммунизм – это общество, основанное на общественной собственности. Коммунизм – значит общий. Вот это определение коммунизма. А суждение – есть какие угодно. А тогда иначе можно рассуждать так. А минус электрификации всей страны – тогда что? Или тогда… Минус советскую власть, плюс электрификацию всей страны. Это будет капитализм. Ну и так далее. Плюс, минус, корень квадратный. Тут все это неуместно, эти рассуждения. То есть нельзя путать любое суждение и называть его определением. Хотя форма у него, у определения такая, что-то есть такое. Так. Материя, как объективная реальность, обладает рядом свойств. Объективность, несотворимость и неуничтожимость, неисчерпаемость свойств, существование во времени и пространстве, движение. Движение, как способ существования материи. Вот что такое движение, пытаются определять люди, и пытались определять философы, онтологи. Но движение – это простая категория или сложная? Она ведь проще, чем те слова, которые употребляются, чтобы ее объяснить. А если она проще, то тут надо понять, что некоторые простые категории надо брать. И в дальнейшем развитии этих категорий тогда выясняется, что такое движение. Ну вот могу вам сказать, что сразу можно движение брать как очень простое, которое сводится к движению
превращению бытия в ничто, а ничто в бытие. Вот для онтологии это очень хорошо. Да? Движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие – это движение. Было и не стало, не было и стало. Это движение? Движение. Вот это самое простое движение, и оно вначале встречается в гегелевской системе – это становление. Мы к этому потом вернемся. Вот сейчас мы, так сказать, с вами идем, ведем некоторый обзор. Или движение такое – единство, равенство с собой и неравенство с собой. Вот вы себе равны? Да? А вы себе не равны? В то же время, да. Вот, то есть это противоположные суждения, и вот их надо взять в единстве. То есть человек, если он изучает что-нибудь, он все время меняется. А если он даже ничего не изучает, то все равно он в единстве этих сторон. И, наконец, алло. Вот, так что это будет изменение. А есть еще понятие развития. Развитие же тоже движение, да? Какое движение называется развитием? Не всякое. Какое? Вот изменение. Не всякое же изменение является развитием. Движение к смерти – это развитие, что ли? А? Что в обратную? Это развитие болезни может быть в обратную сторону. Тогда мы, когда болезнь берется, тогда вот это в обратную сторону, для болезни это не в обратную. Для нас в обратную, а для болезни это она развивается. Все больше и больше клеток захватывает и так далее, весь организм и так далее. И наивысшее развитие болезни – это смерть. Правильно? Так что вот развитие – это общее определение движение низшего к высшему, простого к сложному. Через противоречие. Вот если я беру три формы, которые связаны с такими простыми понятиями, как бытие и ничто, равенство и неравенство. То есть я уже это определил, а потом есть понятие низшего и высшего, потому что всякое движение там, научное уже тоже складывается в сложное из простых. Правильно? Что такое сложное? Сложное – это сложенное из простых. Поэтому я вот могу дать понимание движения, но вот через несколько, через три вот такие формы. Да что такое еще? Андроид живет самостоятельной жизнью. Значит, несмотря на то, что познание вечно и бесконечно, лекция на этом заканчивается. И мы в следующий раз продолжим с вами рассмотрение онтологии. И перейдем к следующим вопросам. Пожалуйста.